Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подхода к Крымскому мосту. Ну и как вы уже догадались, в превьюшке вы это видели, стоит путеукладчик, непосредственно уложил вот очередное звено прямо на путепроводе Аршинцевская ветка и путепровод, проходящий над Тавридой, над автомобильной дорогой, идущей с моста. Уже, наверное, третий или четвертый день они мучаются здесь. По 2-3 звена укладывали. Ну и вот, посмотрите, уложили звено, и здесь таким поворотом идет, с крутым. И поэтому так долго все делают. Конечно, потом еще будут работать ВПРС, подбивать, рихтовать, выпрямлять. Ну, сам факт, что начали. А то мне в комментариях кто-то написал, что уклон насыпи забраковали, нужно переделывать. Но нет, все нормально, работают путеукладчик. Ну, а мы тут одним глазом посмотрим на ветку, идущую с моста. Работает ВПРС на Таманском направлении. Сегодня больше у нас с камеры видео, так как очень сильный ветер, порядка 10-12 метров в секунду. Ну, может быть, для человека это и не очень сильный, но для 700-граммового вжика это очень и очень много. И температура воздуха 4 градуса. По ощущениям там минус 5, наверное. Очень холодный ветер. Ну и вот, посмотрите, северный, южный портал. Видите красный гак автомобильного крана? Издалека я подумал, что светофор там. Присматривался, а потом, когда поближе подвел, а это гак, ну или крюк автокрана. Он тоже красного цвета. И вот, видите, а издалека очень похож. Я уже думал, ну, Ларин, порадую Ларина, светофор возле тоннеля. Но нет, пока нечем радовать. Ну, а здесь вот южный, возле южного портала площадочка, стройка там идет, тоже здание охраны и прочие технические сооружения. Ну, вот посмотрите, здесь вот где-то подсыпают. Как мне сказали, вот на таком повороте по ходу движения вот левая колея, вернее, левая рельса должна быть повыше, чем правая. Ну, поворот все-таки. И вот видите, какой-то прибор у них тут. Катают его. Вот что это такое? Так что здесь не все так просто и однозначно, поэтому так долго и укладывают. Хотя здесь вот, наверное, старые рельсы поснимали, пронумеровали их и укладывают в обратном порядке. Наверное, так. Ну и давайте пробежимся с вами в сторону Керчь Южная. Вот обратите внимание на этот состав, который движется. Позднее вы поймете, почему я вот зациклил на нем, заострил на нем внимание. Вот он уходит в сторону моста. Видите, порожние вагоны, порожние хопперы. Впереди тепловоз, сзади тепловоз. Ну, погнали за очередной партией щебня. Вот он пошел, видите, какой длинный. Ну, а мы смотрим с вами впереди, вот за составом, Керчь Южная. Вокзал. Посмотрите, ставят опалубку. Неужели здесь третий этаж еще будет? А, это, извиняюсь, эту опалубку ставят от центральной части. Или, может быть, крыльев. Вот отсюда, с этого ракурса немножко непонятно. Вот здесь укладывают на навесы поликарбонат. И тут работы на пешеходном переходе номер один. Вот сварщик там. Ну и на платформах тоже там вот, вернее, на платформе, а на пятом пути, видите, щебнем уже подсыпали все, тоже. Укладывали его еще недавно, шпалы укладывали, рельсы. Это у нас линейный отдел полиции. Здание тоже красивое. Тоже, видите, поставили опалубку, как парапет будет, схожий с вокзалом. Холодно, люди, видите, уже одели бушлаты.
И достаточно, вот посмотрите, какой сильный ветер. Состав уходит на мост. Ну да, это вот на вокзале центральная часть опалубка стоит. Вроде так. Ну и тут вот посмотрите, в вагонах уже рельсошпальная решетка. Ну а эти вагоны уже, кстати, давно стоят. Может быть, забраковали ее, но что-то их вот не укладывают. Они еще стояли, помните, их катали туда-сюда. Ну вот МЧС. Под навесиком, видите, пожарная машина стоит, там мотоциклы у них даже есть. Ну и общий план стройки. Сильный ветер, видимость великолепная на мост. Ну и не только на мост. И вот возвращаемся мы к путеукладчику. Пошло очередное звено. Вот здесь, как кажется, рельсы немного изогнуты. С радиусом уже. Может быть, я ошибаюсь, но вот посмотрите внимательно. Вот еще 5 звеньев на путеукладчике на самом. А путеукладчик непосредственно вот сейчас стоит на путепроводе. Ну и мы перескакиваем с вами на улицу Колхозную, и великолепные виды моста с этого ракурса. У кого-то они любимые. Ну, в принципе, у меня тоже вот с этого ракурса очень мне нравится. И посмотрите, сейчас мы его догоним. Поезд, который мы снимали на Керчь Южная, когда он уходил, вот он идет. Благо, что он на шлагбауме тормознулся, там ведь охрана досматривают. И я успел там сколько, 10-12 километров доехать до этого места, чтобы его перехватить. Ну вот повезло. Вот он, этот состав на мосту. Здесь я скорость не увеличивал, не уменьшал. Это реальная скорость поезда. Посмотрите. Вот. Можно посчитать даже скорость, какая вот, с какой скоростью он идет. Если учесть, что между опорами 64,2 метра, вот, засечь, допустим, по тепловозу, за сколько он пройдет от одной опоры до другой. И высчитать скорость поезда. Вот кому интересно, кто любит статистику, может приблизительно посчитать. Я, если честно, не считал. Ну, я думаю, километров, наверное, 40 идет, а может быть, чуть и больше, может быть, чуть меньше, не знаю. Ну, и нам будет всем интересно, кто вот так вот посчитает. Конечно, это будет не точная цифра, но очень близко будет к реальности. Посмотрите на море, какие барашки, небо какое красивое. Ну, вот он достаточно быстро уходит в сторону Таманского берега. И я думаю, что его загрузят, и завтра он уже, а может быть, и сегодня к вечеру уже придет груженный, чтобы отсыпать дальше. Тем более Керчь Южная, дальше в сторону тоннеля, еще сыпать и сыпать щебень. Вот оно, небо какое. Так что, дорогие друзья, уже известна компания, какая будет перевозчиком пассажирских поездов в Крым. Но пока дата не определена. Ну и все-таки не выдержал я, и вот решил пролететь ближе к вечеру. Время уже 6 час. Сколько же там уложили, закончили ли укладку или нет. Это у нас Керчь Южная, старый парк. Вот мы летим по существующим веткам. Ну, это старый парк, это Аршинцевская ветка. Вот по ходу движения это в сторону Аршинцева дорога. Здесь вот выравнивали, разобрали рельсы. Пешочком мы с вами здесь ходили, подсыпали вот щебеночки, подушку сделали. И вот, как мы сейчас видим с вами, путеукладчик еще стоит. Здесь вот откосы делали по положе, а то они прям нависали. Нависали на железнодорожную ветку. И вот путеукладчик стоит. Повезло нам с вами, я только подлетел, и он подъезжает
к месту укладки, и сейчас начнет очередное звено укладывать, и останется у него на борту одно звено, еще 25 метров. На сегодняшний день вот план перевыполнен даже, наверное. Там уже полегче им будет, там более прямая уже останется финишная прямая дистанция до соединения с существующей веткой Керчь Южная, Старый парк. Ну вот посмотрите, здесь вот тоже, мне кажется, вот даже вот на путеукладчике звено лежит, немножко оно с поворотиком. Там. А здесь, вот видите, начинают соединять, и она идет как по касательной. Вот насыпь уходит вправо, поворачивает, а здесь звено вот по прямой, видите, ложится. Сейчас там конец закрепят, и как они будут вот здесь вот подгибать, ну это долго, конечно, мы с вами не можем дождаться. Вот видите, встали все, и майна помалу. Ну вот, немножко приподнялись, сейчас вот подровняют и накладками закрепят рельсы между собой. Ну и вот, видите, прошли путепровод. Мы с вами в начале ролика видели, как они на него заехали. Но все потихонечку, видите, рельсы, как ни странно, лежат на середине насыпи, посередине насыпи. А насыпь идет с поворотом. Ну и, соответственно, и рельсы тоже. Как они это делают, непонятно. Может, кто-то объяснит из специалистов нам. Ну, а мы с вами разворачиваемся и вот полетим еще обратно, посмотрим, как они работают, тюсовцы. И вот оцените, сколько осталось, еще плюс 25 метров, и сколько останется, ну, я думаю, еще за раз и уложат, замкнут аршинцевскую ветку. Да, с Керчь Южный Новый парк, да, Керчь Южная Старый парк. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Наступает череда праздников, 3 дня выходных. Желаю вам хорошего отдыха. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всего вам хорошего и до свидания.